Страна отмечает День российской печати. С праздником журналистов, ветеранов, издателей и работников полиграфии Дагестана поздравил глава республики. Цитата. «Сегодня на журналистах лежит особая ответственность за обеспечение населения объективной и достоверной информации, развитие диалога власти и общества, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, формирование гражданской идентичности, патриотической позиции граждан. Как никогда актуально в наши дни, во время больших мировых политических перемен и преобразований, образование, информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма. СМИ играют весьма важную роль в создании положительного имиджа Дагестана. Убежден, что компетентность и творческий подход дагестанских журналистов будут и впредь надежной основой для развития информационного поля республики». Конец цитаты.